Одни вузы реконструируют, другие закрывают. Пока университет Мечникова радуется планам о предоставлении новых помещений и ремонтом старых, Кабинет министров Украины решает ликвидировать несколько вузов в Днепропетровске и Одессе. Утверждают, что государство больше не нуждается в аграрном университете, его необходимо соединить с пищевой академией. В результате студенты аграрного уже неоднократно выходили на митинги. Сначала протестовали на улицах, а после под стенами обладминистрации, причем вместе с собаками, лошадьми и коровой. Все-таки аграрный университет с большой историей, она должна оставаться, должна продолжаться. Одесский аграрный университет – это 63 тысячи квадратных метров недвижимости в центре Одессы. Причем корпуса все в хорошем состоянии. Общежития лучшие в Одессе. Оценочная стоимость земли аграрного университета только сельхозназначение. Это рядом с Ильичевском. 150 миллионов долларов. Мы не можем оспаривать важность университета имени Мечникова и необходимость его ремонта. Но почему при этом сокращается финансирование других учебных заведений? Аграрного университета в области не будет. То есть он растворится. Образовательная система явно не является приоритетом для украинской власти. В украинских вузах практически не осталось пространства для полноценной научной жизни. Но даже оставшиеся возможности находятся сегодня под угрозой уничтожения, если уже не уничтожены. Правительство проводит политику жесткой экономии в социальной сфере, особенно там, где сокращение бюджетных расходов не рискует натолкнуться на ощутимое противодействие. В представлениях украинских чиновников таким мальчиком для бития, видимо, является система высшего образования. Дарья Сидоровская, Олег Шпак, Эдуард Шендерович, Сергей Самойлов, Новая Одесса.